Привет, меня зовут Елисеев Исмаил. Я учусь в 5 классе 83-й школы-гимназии в городе Нур-Султан. Сегодня я хочу рассказать вам о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны, Тульбаеве Шакире Габдуллаевиче. Мой прадед Тульбаев Шакир жил в Бурлинском районе Алтайского края. В сентябре 1942 года, 27 лет, он был призван в Красную армию, где служил 140-м гвардейском стрелковом полку связистом. В боях мой прадед был дважды ранен и один раз контужен. Мои прабабушки трижды приходили письма, что он погиб на поле битвы. Но прадедушка лечился в госпиталях и снова воевал. Он освобождал Польшу, а победу встретил в городе Кёнигсберге, Германия. Сержант Тульбаев Шакир Габдуллаевич награжден 2 медалями за оборону Сталинграда и за отвагу. Также ему выпала честь участвовать в параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Домой прадед вернулся в 1947 году. Его дела и поступки – это пример настоящего мужества и отваги. Я хочу быть достойным его. От себя хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны. С Днем Победы поздравляю! Мира всей стране желаю! Небо ясного добра, быть единым навсегда. Я немного подрасту, и в солдаты я пойду. Буду всех я защищать и покой Казахстана оберегать.